желтый? Умничка, давай. Давай. Молодец. Цвета морковки. Ой. Не, ножками. Умничка. Цвета лимона. Оля, это и есть лимон, только шарик лимон. Да? Замечательно. Поймал? Угу. Скажи, пожалуйста, сколько шариков в желтой мисочке? Желтый. Один. А в зеленой? Два. А в красной? Сейчас посчитаю. Посчитай. Один, два, три. А в синей, Маркуш, в синей сколько? Один, два, три, четыре. Так, а в оранжевой? В оранжевой сколько? Один, два, три, 4, 5, 7. 7 точно? А ну пересчитай, пожалуйста. Может быть, точно вот что. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько, Маркуша? 5 вот. Давай 5. Марк, а эта циферка какая? Ну, какая-то вроде. Какая-то циферка? 4. Не, внимательно на нее посмотри. Может быть, это цифра 3? 3. А вот это какая цифра? Вроде 1. 1. Умничка. Маркуш, а скажи, пожалуйста, а какая из них самая первая циферка? Тут, наверное, какая-то была новая. Ну, подумай, какая самая первая стоит циферка? Самая первая какая циферка? 1. А за циферкой 1 какая циферка должна стоять? 2. 2. Меняй местами. Поменяй. Поменяй местами. Пустые? А где-то цифры спрятались, наверное, по нашей мече. Давай с тобой гулять пойдем, и циферки мы с тобой найдем. Давай? Давай, отправляйся искать циферки. 2. 2, молодец. Так, давай еще отправляйся гулять. Нашел? Какую циферку нашел? Кто-то какую-то новую. Три. 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 Циферка 3. Оп. Так, какую циферку еще не нашел, Маркуш? Спроси у своей интуиции, где прячется твоя циферка 1? Она где-то тут. Ну, давай, открывай. Да. Молодец, Маркуш. Видишь, какая у тебя хорошая интуиция. Какую ты циферку нашел? 1. 1. 1 пряталась под каким шариком? Под красным, да? Вот я кладу. А циферка 1 пряталась под красным. Под каким цветом пряталась циферка 1? Давай вспоминать. Памяти своей спроси, где один пряталась. Какую мисочку тебе нужно принести? Сколько в ней лежит шариков, Маркуш? 2. 2, неси. Следующую мисочку, там, где 2 шарика. Ставь рядышком. Следующую мисочку какую тебе нужно принести? Там, где сколько шариков? 4. Внимательно посмотри. Циферка? 3. 3. Умничка. Наверное, тут 3. Ищи, где 3. Сколько 3? 1, 2, 3. 3. Неси 3 шарика. Молодец. 2, 3, 4. 4. А ну-ка, найди мне циферку 4. Где она нарисована? Где-то. Не, вот тут, вот смотри, у меня много циферок, среди них не найди циферку 4. Да. Так, давай мы ее сюда приклеим. Отрывай наклеечку. Так.
Давай вот сюда приклеим 4. Умничка, циферка 4. Давай нарисуем вот такие дорожки. Садись на попу. Две ножки стоят на полу. Какой ты маркер выбрал? На кончик маркера. Давай. Как птичка держит в клювике зернышко. Молодец. И давай проводим. Начинаем считать. Складываем. Сколько? Один, два. Стоп! Ты ж положил туда сразу два, да? Значит, нам надо было сказать два, три. Следующий. Четыре. Дальше. Пять. Пять. Дальше. Шесть. После пять идет сколько? Шесть. Семь. И после 7 сколько? Маркуш, после 7 сколько? 8. Давай 5. Поймал? Да. Ну а теперь будет. Считаем. Один, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.